Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по фильмам и программам нашего канала. Друзья, впереди последние денечки 2017-го. По этому поводу мы приготовили для вас невероятные тематические забавы и новогодние презенты. Я, Анна Троян, сейчас все подарю. А вы уже придумали, что загадаете во время курантов? Поговаривают, что это полезно, но и одновременно опасно. Картина «12 рождественских желаний» знакомит нас с Лорой, которая находится в крайнем отчаянии прямо в канун праздника. Психолог советует ей начать визуализировать мечты. И вдруг все загаданное начинает сбываться. И, похоже, исполнение желаний приносит порой больше вреда, чем пользы. Мой вам совет – загадывайте желания добрые, хорошие и позитивные. А ленту смотрите в пятницу в 21:45. Вы ждете, что будете счастливыми, что кто-то наверху все для вас устроит. Точно не хотите печенье? Вы знаете, что треть жизни вы проводите во сне. Вторую треть на работе, которую вы, скорее всего, ненавидите. А оставшуюся треть вы крутитесь, как белка в колесе, хотя сами себя туда посадили. И вот вы крутитесь, крутитесь, пока не позеленеете от тошноты. Последний уикенд уходящего года нас ждет незабываемая классика жанра. Все части картины о неподражаемых гардемаринах. Вместе с кинолентами мы перенесемся во времена дворцовых переворотов. Трое молодых курсантов по разным причинам убегают. Кто в Петербург, кто в Кронштадт. Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой императрицы. Как закрутится судьба героев, смотрим в субботу, начиная с 8:45 утра. Смотри, и продолжаем в воскресенье в 11:14. А помнишь, как на нас собаки напали? Ужасную грозу. А как бы чуть не подрались, помнишь? Ой, Аннушка, какая же ты чумазая. Запали костер, мыться будем. А то меня тетка в дом не пустит. Она мне во какая. В течение года в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги года». В выпусках вас ждут интереснейшие репортажи минувшего года. Программу смотрите в эфире 30 декабря в 10:00 и 19:30. Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью празднования Дня Великой Победы. С каждым годом желающих пройти с портретами своих родственников становится все больше и больше. Последний день уходящего года мы будем вспоминать только лучшие мгновения. 31 декабря ЛРТ покажет лучшие сюжеты года. Специальный выпуск новостей собрал самые любимые работы корреспондентов нашего канала. Своими впечатлениями они поделятся сами и напомнят вам о ярких событиях 2017 года. Смотрите в воскресенье в 10:30, 13:30 и в 20:00. Не пропустите! Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Это стихотворение Александр Сергеевич написал 181 год назад. Но даже сейчас, спустя почти два века, в России трудно отыскать человека, который не знал бы наизусть хотя бы несколько строк из его произведений. Когда за окном уже начнут взрывать салюты, а на столе будет стоять оливье, ЛРТ окунет вас в волшебную праздничную атмосферу. Так сказать, подготовит к чудесам необыкновенной лентой.
канун Рождества маленькому Бену очень грустно. Папа потерял работу, мама занята открытием магазина, да и в новой школе ему не особо рады. И вдруг, как снег на голову, с неба падает Санта-Клаус, и жизнь ребенка меняется в корне. Так начинаются необыкновенные приключения, которые вы увидите в воскресенье в картине «Когда Санта упал на землю» в 21:45. В июле Бук последний настоящий Санта-Клаус во всем мире. Я знаю, что выгляжу не очень похоже, да и довольно молод для Санты. Но... Так лучше? Традиционно в новогоднюю ночь всех жителей нашей страны поздравляет президент. А зрителей ЛРТ поздравит еще и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Не пропустите 31 декабря в 23:45. Как только куранты пробьют полночь и вы загадаете свое новогоднее желание, ЛРТ не даст вам скучать. Ровно в полночь на нашем канале начнется фееричная дискотека 80-х. Всеми любимые хиты и танцы «Ай да упаду». Но и это еще не все. Для тех, кому и этого мало, в половине третьего ночи к вам за стол с большим концертом придет всеми любимая группа «Садко». Это нельзя пропустить. Ты да я, ты да я, ты да ярочка моя, а по песенке «Садко» да нам дает легко. Ой, доим, 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 да надоим молока. Ну что ж, друзья, такой будет последняя неделя уходящего года. Мы, коллектив ЛРТ, желаем вам исполнения всех самых заветных желаний. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv и подписывайтесь на нас в соцсетях. И помните, где-то под елкой, может, уже стоит ваш подарок. Не поленитесь, загляните. С вами была Анна Троян. Счастливого Нового года! Пока-пока! We'll be right back.